Jesus, please write a message and one and two go play in chat. Чего, блядь? Jesus, please message write one and two in chat. Play. Инфу. Инфу. На русском скажи, я ничего не понял. Типа, чтобы типа он попросил сливать инфу, это один или два. Базару ноль. Riddick is strong. Strong old man. О, Riddick? Он играет? О, Riddick. Riddick is playing. Oh, big. He's big player. Big S? Riddick big S? Yes. Riddick sun below. Тимофей, you start stream? Yes, I'm start a stream because 0-0, а нет, 1-1 зритель. Это zero. Oh, Triatic, my bro. Triatic NATO player. Все, давай на русском общаться. Люди не поймут. Ну, мы на английской аудитории общаемся с тобой. Международные. Там такие же кайферы, только с Англии, там с Америки, как чемпик. ГГ Мартинес, я тут всем ку, братья. С днем рождения, от всей души хотим поздравить. С днем рождения, пельменный торт уже ждет тебя. Пельменный торт и... Напитки и просто энергетики. Пельменный торт, а наверху такая чаша с энергетиками, и они просто разбиваются. А у тебя еще голос включен на стриме? Скажите, да. Петра, слышно? Да, да. Петрюня. Должно быть слышно. Должно быть слышно. Всегда разрешай стоит. Да, тебя слышно. Yes. Yes. Я уже пельменный торт схавал, Март пишет. Да, включен. Отлично. Это может не радовать. Март. Март Олд. Ну что, ваши прогнозы, Петр, на эту карту? Ну, мои прогнозы на эту карту... Я думаю, что выиграю через атаки эту карту. Раунд начался. Я думаю, 2-1 в пользу будет Энжат, но эту карту выиграю через атаки. Так, я думаю, надо убавить звучка. Что, сейчас я взорвусь, чтоб ты изи фраг не получил там. Такс. Это холд у меня от домика, Риддик пытается найти килл. А у меня короче, чамп на бусту, сейчас походу Риддик обнет его. Не, он не будет пикать, его чамп умный, он лево пикается. Да, чамп умный, согласен. Чамп да. Пикает лево сейчас. Чамп, как так сказать, петух гордая птица. Он очень закрытый сидит. Бля, я чую, это очень пенистый стрим будет. ЧСВ пати. Добрый дедушка мафия пишет, ЧСВ пати вин 2-0. Ну, будем топить за них. Я иду 2-1. И жад почему-то. Я не думаю, что... И потом Heavenly comeback. Ну хотя тут нет койота, типа... Не, прикинь, вот он жад его ёбывает, что для них соперников, кроме ГЛХФ, нет на этом турнире. Они все летят от талантов. Ой, так ЧСВ могут, пати. Потому что нет койота. Койота нет, есть Риддик, который будет стрелять за снайпера. Кстати, Женя не стал снайпера брать, он взял, что я думаю, это грамотный ход. Они остались, это заход 2 уже идет. Я думаю, Женя дал кол, типа, не открываться под Риддика просто и все, потому что они всегда играют под энтри. Ну, что им делать с Риддиком? Вот они энтри не идут. Риддик остался дома, он дома все еще сидит. Пусть сидит, удачи ему, здоровья, всего самого наилучшего. Сейчас уже ретейк будет, пока он сидит в доме. Все, нет, он стянулся. Раз, Женя на воде долго сидит. 30 секунд уже остается. Носва убивает экспортера, чампик убивает буста смокера. Еще Риддик убивает. Да. Жесткий настрел показывает Сергей Пестерев. Сейчас будет просто врываться в плент. Соник Киану раз. Киану два. Чамп, нам нужно убить. Еще. Остается соло. Ой, лучший чампик просто сейчас выигрывает раунд. Просто красавчик. Сережа. Чем говорит, ну это моя карта. Чем говорит Сакок. Чам говорит, я вкинулся на этот. Я видел это, ребята. 8 зрителей видели это, как Чам просто, блядь. Да, ну, 4 дает, выигрывает раунд для своей команды. Джизус, кстати, тоже дал килл, типа, Джизус говорит, ребят, я не бесполезен в этой команде. Ладно, Родион нормально, он старается.
Ну, у меня смокер АФК стоит. И Родион наставление дал Я думаю, перед игрой. Не пикай ничего с пистолета. Смотри, что слушай, будет я думаю, пистолет пикать. смокер стрим открывает. Я думаю, Блядь, смокер что делает стрим открывает. Родион? Вместо того, что все есть плент, он сейчас сдохнет? Нет. Он выживет. Молодец, что ушел. У меня смокер умер. АФК стоит. Отлично. А что делать? А, он все, нажал. Так, ну Ридик ловит Женю. Сейчас Родион пойдет резать его. А смока нет уже, придется так поднимать, но Ридик там пасет труп, я думаю, да? Тянут, мост спекают. Нет, отпустил труп. Это Ридик? стяг, понятно. А нет, не стяг, это какой-то байт. На двойку заходит или что? Они чем Они такую байтят. флешку дали? Там Раз. экспортер, ну-ка посмотрим за ним, что он там. А, его разменяли уже. Ой, Ридик опять убивает Женю, думаю, Это Женя сейчас 1-1. сгорит. Это 1-1. Ридик на мосту стоит, прям в открытую. Будет фармить труп Жени сейчас. Ридик просто Смока стоит в нету. прицеле, типа ничего не делает, убивает. Он не попал, не отфармил. Женю еще могут третий раз убить, да, его убивают, он сейчас жестко сгорит. Киану фармит. ХП ему никто не дал, как отрезали, я думаю, Женя уже в Ридик тильте. идет спину, Ридик сейчас еще отфармит типов. Муста. Блядь, Ридик мерзко играет, пиздец. Раз. Я бы сгорел уже нахуй на месте Жени. Ну, очень спокойно играет. Дома батя выходит мост. Женя говорит, я разок потомщу тебя. 30 секунд остается, сейчас запушит Родион с арки тебя. Нет? Блять, они воду идут. Мы проиграли, Если бы он сейчас убил и ушел, кстати. В угол выиграл просто бы, да. сел. Там бы... 4-1, это праздник. Не знаю, как бы все сложилось. Это опять холд. Ридик опять идет дом. Ребята, ставки ставим. Если угадаете счет матча, дарю стикеры. Blood Kane пишет. Ну, я ставлю 2-1 на инжат. А эта карта 11-9 в 6 базе. Счет матча я ставлю 2-1 на инжат тоже. Эта карта ЧСВ пати. Ну не знаю. Я бы на инжат поставил. Ну, давай. Но я на 11-9 поставлю. На ЧСВ пати. Потому я что по, я поставлю на 11-7 за инжатами. Давай. Не знаю, у него защита очень такая, типа, однотипная, в том плане, что на свай всегда двойку играет упор. Я думаю, Женя это знает, и он, типа, нормально будет ходить. 5 холл, типа, Ридик все пикает, но он не видит Женю, почему Женя ничего не пикает. И он из-за этого просто стоит, не понимает, что ему делать. Д2 будет. На чампик сидит сейчас на тряпочках. Сейчас на короткую вылетит. Даже не прочекал смокер, но как можно заходить в короткую, друг? Два. Зря пикнул Ридика сейчас с чампом. Киану. Родион, не надо. Хорошо, молодец. Нет. Молодец, но Родион. Это... Как он не убил? На свою спину не попадает просто. На свою сейчас еще отрезал труп. Вначале стрелять. Блядь, Родион не отрезал. Поднял. Ой, молодцы, 2-1 в пользу талантов, что, в принципе, шансы есть, играют неплохо. Никогда не замечал, что у Ника очень медленная снеса, оказалось, что у него быстрая снеса. А может, это ну, не видим даже. Я хочу сказать то, что все Хотя, как то на боксе. Типа, у них, у инжатов очень сильно все зависит от Киану Ривза, от того, как он будет играть. Родиона немного задели хаешкой, но он в пункте сидит сейчас. Зря вышел. А я не умер. Почему я не умер? Бля, ну Родион, ну, брат. Чемп на доме, да? Чемп на домике сидит. Читаем его. Ну этот раунд за инжатами, скорее всего. Ой, Женя двоих убивает как-то случайным образом. На свай тут разменивает сразу чампа, он убил Фир Днепра. Слушай, 2-2 ситуация. Можно выиграть, инженер живой. Сол Ридик остается. Я не вижу этого, я не смог взорваться почему-то. Блять, все походу. Зря Максим умер. Хотя, смотри, Женя не, выиграл. 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 Женя очень сильно повезло, на самом деле, то, что он убил двоих в подкате. У меня граната выкинулась почему-то. Я кинул ее сюда, и она за карту улетела. Я не взорвался. Женя очень сильно повезло в том плане, то, что типа он стрелял по одному типу, не мог его убить, и все-таки добил его, и еще второго прям сразу же убил в голову. Очень жестко повезло, на самом деле. Но... Женя молодец, типа, Женя молодец. Чуть-чуть не хватило ему. Ридик ловит медика, пиздец. Да. Ушел на короткую. Глупо сыграл сейчас. Да Ридик бусит. Заход. Опять смокер. Зачем смокер?
Четыренька. Раз, два. Чемпик убивает пунту. Киану смоку. Киану, давай. Еще Максим убивает пунту. Ридик спину идет. Экспортер у меня на дереве сидит здесь. Вдвоем остаются игроки. Слушай, неужели? Ну прямо уверенно защиту забрали, на самом деле. Ну, я себе говорю, что от мосты сейчас Сапати выигрывает, типа. А насчет остальных карт, типа, большой вопрос. Блин, молодцы, ребяточка. Ну, я думал, плотный счет будет какой-нибудь 11-9, 11-7. Да, будет плотный, сейчас защиту заберут эти. Завтра. Думаешь? Да. Я не знаю даже. Что-то по настрелу пока не очень. Чампу тяжелее играть в атаке, потому что щитил может. А зачем смокер? Что он делает? Смокер, я не понимаю, что он делает, он. Он просто кипнул, он без флешки просто подкатился в наглую, ну, вышел сам, умер их и все. Ничего не сделал. А ну, Ридик в спине. Смокер уже второй раунд такой вот, я вижу, просто он бежит куда-то в точку. Сейчас Ридик нормально сделает. Давай, давай, Ридик. Смотри, экспортер минус 2 дает, и чамп еще минус 3. 5-1. Ну, смотри, походу разыгром. Просто минус единственный у Инджа часто бади в том, что чамп, он такой игрок. Ему надо статично играть. Он не может врываться там, как на мышке типа и убивать всех. И за счет этого защиты ему легче. Ну а как еще на паде играть, на самом деле? Ему в атаке просто тяжелее будет этом. Такой же дефолт. 2-3 делают. По тройке заход, типа. Они вышли все за флэнк. А дом есть? Дом есть, да, там покчамп. А нет, ну, чамп вот не на доме. Покчамп не на доме, он спрыгнул. Ридик дает инфу, то, что они ушли один, все стянулись. Чамп пиксели за плотом пикает сейчас. Ну что, держи, должен принять. На свой уже идет один, бумик. Тем временем 10 человек на стриме, всем привет, кто только присоединился. Чамп, жестко, Ридика чамп убивает Ридика. Очень жестко принял, но... Блядь, Серег бустит на рост, на самом деле, даже вот... Кто будет говорить, то, что типа бесполезные фраги, но все равно это, блядь, настрел. У кого бесполезные? Ну, чампа. Ну, часто такое мнение Почему существует. Почему бесполезные? А, типа, ну, часто такое мнение что... существует. Ну, он убил только что снайпера, медик ушел, все, снайпера там уже никак не лезешь. Да. Ну, чатов что-то, мне кажется, это как в Хэвентли было против них. Просто, ну, не настроились, они, наверное, думали, что это вообще изи будет для них. Просто на свай первый этаж занимает, решил на него не упорить. Да не, ЧСВ пати очень сильная команда, на самом деле. Ну, у них типа все есть, у них все есть. Ну хз. Ну, может быть, Родион не хочет просто, за медика нет, играть. У них просто хорошие игроки все, есть типа Женя умный, но корт. Но проблема у них в том, что нет такого прям явного лидера, как, допустим, Глохфэ, там, Бубис по стрельбе, либо Паук. Да, да, это да. Типа в джатах там койот был. Ну, сейчас в том плане, то, что типа по классам, в принципе, у них все в порядке. Да, Ридик очень зря пикает чем-то. Максим сильный стрелок, экспортер, человек такой, ну. Это чисто зависит от настроения, на самом деле. Антеания не убил. Экспортер может 30-ку дать. Сам даже Женя об этом говорил, либо 0, вот так вот. Ридик вообще не идет, очень много не попадает, может больше убивать. Прямо свай врывается. Ваншол. Ой-ой-ой. Соло Киану остается. А как же Ридику тапает? Раз. Киану может взять. Не-не-не, 7-1 все. Ну, Рейзу сейчас убил Ридика просто тапом нереальным. Здесь он выкатывается, одна нога видна, типа его он уже тапает. Какие-то нереальные. На самом деле, многие Максима недооценивают, но он очень сильный по стрельбе. Я no, это всегда говорил. Стреляет. Он очень сильный по стрельбе, блядь, я серьезно говорю. Два, наверное, да? Максим жестко стреляет. Ой, блядь, он Женя, в игры постоянно играет. Ну все, инжаты поплыли, у них какую-то фигню делают пацаны. Я с Максимом в Fortnite играл, он там бустил, и здесь он бустит. Во всех играх хорошо человек играет. Стой, сейчас. Смокер может. Давай, смокер. Ой-ой-ой, смокер. Блять, ну 8-1 да. Просто ебалово какое-то. Ну, здесь нужно собраться. Я думаю, свай, никто бы да? Такое не предсказал. Здесь, ну, а вчера что, предсказал кто-то? Что такое может быть? Ну, я предсказал, что вы проебете. Да? Да, я говорил, что вы проебете. Я уверен был в этом. Ну. И Женя говорил, что вы проебете.
Но мы верили в вас оба. Держи, занимает двор. До 2 все. Ну, Бумик обычно бустит на стоит, типа у него такая карта шальная на стоит. Что-то у него вообще не получается, он свою игру играет. Он как-то не, очень сейвово играет. Обычно он более агрессивный такой, врывается всегда. А ну сейчас он будет принимать. Мафия пишет, на дефолт на свайбе с командой не стреляет, получается неплохой мет. Ну, тут команда-то нормально, в принципе, более-менее играет. Просто на свай что-то вообще ему очень на плохо. свай, да, блядь, что ну вот. Он должен намного лучше играть. Ну и возьму того Глухфей сейчас за место Руди, что он там покажет. Ну, в принципе, там ему будет проще играть, на самом деле. В том плане, то, что от него, кроме это просто ресов, ничего карта не будет не заходит. Я уверен, с next карту он 30, ну, типа, какой-то такой даст. Просто не идет Ну, у не него. 30, конечно, за медика вряд ли 30. Он и против Хевентли плохо сыграл. Ну, Когда он хз, играл, жесткий медик. Когда он фасет играл летом, каждый день он Нет, не хорошо знаю, играл. жесткий, не знаю. Он очень жесткий медик, просто у него не идет почему-то. Но он не свою игру играет, он зачем-то кусивого играет. Он обычно там пушит всегда, он такой немного. Пока что по Да, что настрелу очень держи? печально все. Очень Ержа печально. обосрался. Ержа обосрался очень. Ни один стрелок не в плюсе, Да, блядь. Ержа мог стройки сейчас всех убить, он просто продал двух типов, а ну, раз-два. Вот и обосрался, Ержа минус 2 дает. Ну, он мог больше убить, пропустил. Ридик не попадается, сейчас обидно по чампу. Чамп его убивает. 2 в 3 Так. ситуация. Я думаю, опять могут, кстати, через свою пати Нет, выиграть. Хотя хорош, нет, Ержа. стол чамп. У него сзади еще на мосту. Кем убьет. Сейчас сзади убьет его. Да. Да. Я не Надо знаю, почему не собраться на... услышал. Нет, надо на свай собраться и смокеру. Ну, в принципе, смокер, ну, не, он может нормально сыграть. Кстати, Ушить не оглушитель идет у вообще него. можно? На этом Уш турнире. ушить можно, да. Смокер с бомбой на воде стоит. Что он делает? Страты какие-то. Так он просто открыто стоял, типа, с пистолетом. Бля, может не спецом срывать, чтобы вас выбить с лузерки? Да, ну хз, типа, мне кажется, они вряд ли будут так рисковать. Рейджа, блядь, Рейджа просто на свайпера пулю убил. На свай зачем заходит вторым за медика, я не знаю. Хорош. Смог. Ну сейчас Ридик может собраться. Да чё Ридик, если у него стрелки, блядь? Один человек в плюсе, блядь. Да нет, он очень много, типа он очень много прощает. Может больше убивать. Ну он не играет в игру, ему простительно. У него должны стрелки настреливать, которые, допустим, на да ему стрелки как день стреляют. выиграют. Стрелки-то стреляют. Проблема саппорта. Саппорты плохо играют. Ну зачем? Куда он запушил? Клатч. Ну что, может? Видик может взять. Стрелки я вообще имею в виду всех, кроме Авика. ГГ, по-моему, не? Ну, давай играл. Бля. Раз. Ну, Стой. соло Родион против Ридика. Один в один ситуация сейчас. Я на Ридика ставлю. Ридик реализовал талант свой. А он не слышит, что ли, Родион? Без койота инжата не сильно и пишут. Кто? Блудкейн. Ну, организатор турнира. Окей. Койота вчера первую карту сколько? 0.9, когда или 0.7, когда я играл. Ну, этот Киану, он как-то против нас, он очень агрессивно играл. Здесь он что-то зажимается, сидит, типа крысит. Странно играет. Да на дереве сейчас Ридик по воде идет. Мы взорвали. На воде кто-то зоплает там. А, Ридик соло. Клатч. Okay. Все, Родион убивает его. 9-3. Да, Ридик сидит, наверное, так говорит, ребята, ну в игру не играю, вообще вас. Ну, next карта фабрика, вот фабрика будет интересно. На самом деле, правильно кажется... Женя, что сделал, что не стал брать авика. Ну, кстати, мертвый класс, блядь. Просто они все правильно делают и не открываются под Ридик, отстраиваются. Но Ридик все равно ловит, перетягивает, Нет. успевает. Джаты. Джаты, думаю, фабрику соберутся. Вот ты говоришь, что ты не любишь, как я играю за ВП, но посмотри, как Ридик играет за ВП, абсолютно так же. Ну нет, он очень такие ловит пиксели. Перетягиваем так же, смотрит, как я.
Ты как последний на Он сверху, не типа, заходит в максимум, плент. который я Он не играл. заходит в Ну плент сейчас, никогда. смотри, он важный килл даст, как поймает. Снайпер не должен в плент заходить, я считаю, все равно. Раз. Возьмет. Опять люди где-то в спине. Да, Соло опять не остается. попал. Да что же с Насваем? У него мышта не работает. Я за ним не смотрю, к сожалению. Не могу Вообще не сказать. попадает, чувак. Что за с ним? Может, он уже мыслями был в этом? Да не, ну... Ну, Родион, кстати, неплохо играет сейчас. У него 7-3. всего две ошибки за карту было. Да не, ну это много для медика. Ну просто по стрельбе, тут по стрельбе проблема в том, что инженер считает 19-9, 17-8. Много-немного, но все равно. Он не Ну, медик, это по-другому. во-первых. Вот Смотри, опять. все равно разменял. Ну, свой типа в спину с третьего попал. Ну вот С так вот шота. первая карта очень жесткая от Ну, числа сейчас пати. фабрика будет, и мне кажется, на фабрике Инжата выиграет, потому что Жене придется брать Авика, а за Авика, ну, мне кажется, Ридик отфармит Жене. Ну посмотрим, я даже не знаю на самом Потому деле. что карта большая, типа как Киану будет играть соло, он не будет играть как здесь. Ержа будет, в принципе, так же, как он обычно, ну, типа играть от ящика, там, от таких позиций, на закрытых. Ержа будет в И... спину ходить через центр. Да, и меньше будет ролять медики. Ну, потому что сейчас уже карту просто за счет размена, мне кажется, выиграли через свою пати. Именно просто разменами они задавили. Да, это бомбастик со мной. А на фабрике, ну, Койот размен не был так против сильно, пик. что... Да. На фабрике не так сильно размены нужны. На фабрике больше надо, чтобы соло авик твой шоте прям, ну, просто давали киллы и все. 11-3, да. Сильно. Ну хотя, ну, сейчас можно Женя, типа Женя тоже может фабрику хорошо сыграть. У него вот залетная карта. Это ж пик, я думаю, это был пик инжат, Смотри, а на фабрика свае, говоришь, пик нет точности, ТЦ. 52% точности у него. Ну он не все равно, типа, он как-то не так играет. Обычно он по-другому играет. Ну, не зашло. Все равно я думаю, то, что реально как Руди, уже медика не будет в этой игре. Да, ну, будет почему. Вопрос в тренировке все. Не будет. Ну, раньше говорили, как Джеги не будет, но появился же Шуди. Ну, а Руди, блядь, тогда еще игра жива была, тогда еще кто-то играл. Сейчас нет никого нового вообще, в принципе. Кто, блядь, из новых? South Caption или Кунзай? Ну, типа на мышках играют. Был бы на паде такой игрок. И то они даже не медики. Ну, просто вот так же, если посмотреть, кто из новых приходит в игру. Руди пишет, походу меня не кикнут с ГЛХП. Почему? Ну, потому Кто что на Руди свою, видишь, кикнет? как сыграл. Кто Руди кикнет? Это максимум он сам уйдет. Ну да, это понятно. Ну, если он просто так рофлит. Здорово, Марк. Последний турнир Руди так-то в усы выдал, что особенно там дворец, типа дэшка стабильно у него залетает. Да, сейчас фабрика. А можно я перейду петь? Ну. Зайди за этих. Так я смотрел за них. Я за часопат сейчас. Я за часопат. Ты за инжатом смотрел? Запустили они, заходи, заходи. Блять. Ну, так я слабкал уже, чувак. Не тупи. Не, просто я в руме сидел, за часопат вышел. Ну, так я тоже за часовать сидел. А, понял. Значит, там кто-то это... Да, просто куда-то не вышло, или что-то такое. Посмотрим сейчас фабрику. Мы, типа, когда играли вот Хаунтлес часопати, последние эти, у них очень сильно фабрика зависит от Жени, типа. Вот Женя, он очень жестко может закилить, может очень плохо сыграть от залета его. Ну, по факту, да. Сейчас от снайперов будет много зависеть от разбоев. И от Чампа. Женя может закейдить. А Чампа Немо такие два люркера. У них своя битва. Блять, я не взорвал, надеюсь.
просто заебал в каст стоять. Это буст, это один из центра чампик. Поднялись в воду, все, уже под один стоят, нормально, заняли. Очень агрессивно играют, у них уже труп, чувак. Что они делают? Ну, они на РСП все вчетвером стоят. И резит на бусту. Посмотрим за резиком тогда. Что он пытает, убивает экспортера. Сейчас экспортера вроде он поднимет. Резик контрит труп, там бомба на нем. Ну, немного труп попал. О, рейдж убивает чампика. Ой, редик, в смысле. Чампик ловит чиллаут на двойке. Ой, блядь, чё я несу нахуй? Я же занижат, я смотрю. Нема на двойке. Просто постреливает, рейдж стоит. Чампик уже под мусоркой сидит. Ой, Женя ловит редика сейчас. Женя ловит опять редика. Будет фармить. Рейдж пытается медика пострелить. Бля, вот ночью тяжело комедить, у меня язык заплетается. Свой. Очень зря. Выставить бомбу. Ставится плент. Днепр от океану, да, это океану здорово. Да. Ну все, типа, на бомбу, а. Ой-ой-ой. Соло Родион. Где он? А, он наверху. Ну да, он не возьмет проект. Не возьмет, да. Ну вот о чем говорил, то что на этой карте очень сильно соло скилл решает, именно даже не командная игра. Типа, я думаю, они соберутся сейчас. Океану просто раунд перевернул за счет стрельбы своей. Защитите стратегические объекты. В каком шлеме Риддик просто из БУ только бронежилет можно? Броня какой? Да, я не увидел, кстати, в чем он. Но он в обычном шлеме, в тактическом и броневом бронежилете. Больше я не видел ничего. Да два. Перчатки вроде обычные, ботинки не знаю какие. Вроде нормально. Ноль есть, да? Нет, ноля нет. Пьяну сейчас двоих убивает, на свай тоже убивает Максима. Ой, на свай. Как они? Комбат на 2-1? Думаешь? Да, думаю, комбат. Я не понимаю одного, как они дали 2 энтри в начале раунда, и по сути 5-3 отдали медику и одному штурму. А где эти карты какие, кстати? Я не помню. Дэшка нет? Я же посмотрю даже, блядь. Ну, если дэшка, то это огромный плюс с этим. Сейчас за пати. Пять по два. У меня чем писал такие карты, сейчас смотрю. По два, чем тебе центра. Ну, пока на Киану не получается перестрелять. Пункт это третья карта. Пункт третья карта. Ну, на пункте, я думаю, сейчас за пати могут удавить. Могут, они с блоков неплохо играли на пункте. Женя просто шатэ возьмет, если. Ну, Риддик тоже пункт хорошо играет. Да не, пока просто Жене не хватает. Просто у часопати огневая сила основная, это портер и чампик, ну и рейджер. А на большой карте Зайнджа тяжело портеру расстрелять, а из-за этого... Ну, ой, Риддик там видел на контах, типа, он в спине, это на респе у них. Риддик на их респе. Шоки. Сейчас чамп его убьет. Не попадает чамп. По Жене, Женя его спалил. Чамп его убьет сейчас. Его пушит тоже. Да. Риддик запушит. Чамп разменял. Ну глупо, Риддик сыграл сейчас. Женя убивает Немо. А зачем они пушат их? 2-1, походу. Они стадиус. Зачем они пушили их, если те на респе просто стоят? Они на центр все-таки решили играть двойку. Ой, на свай минус 2 дает, но это не помогло никак. Ну вот, вот на свай, о чем я говорю, просто собрался. Он престиж взял. 5-2 уже идет. Он престиж взял, он понял, что не попадает все это, и взял престиж, видимо. Ну да. Просто на свой игрок, он обычно очень агрессивно играл, а сейчас, типа, пассивно из-за этого. На нем он сейчас нормально играет, вроде. Ну сейчас, да, вот на стиле он вообще как-то по-другому. Вот другой человек играет. Может, колу ему кто-то давал другой. Ну сейчас один, медленно опять один. Риддик убивает. Ой, надо играть пока лавика нет, надо поставить бомбу, пацаны. На самом деле, что Риддик сейчас. С
Смог, смог, Реджи. Обход есть. Да, Бог там на свай сидит. Бомба. Ставится бомба, портер ставит. Бомба установлена. Взорвали портер, а он бомбу поставил, самое главное. Там не дают просто труп этому на свай фармить, они просто держат труп Ридика. Сейчас резают на свай резают. Выходит смог, Максим. Ой, экспортер. Экспортер молодец. Всё, 2-2. Экспортер минус 3 дает. Красавчик. Жесткий раунд. Портер хороший, инжи. Экспортер сейчас не дал весь раунд отфармить труп Ридика. Потом, когда все-таки произошел рез, он убил их двоих, вышел в смог и убил третьего. Да, портер хороший инжи. Ну, раунд жестко выиграл. Да, это же самое решили сделать. Ну, Джей тут хорошо, в принципе, играет. Не руинит. Да. Я ему сказал с пистолета не пикать даже. Дурак. Чемпа ловит. Ну, не рез, но чемпа себе сразу. Ой, чем же горит 100%. Ну, этот, блядь, не отфармил. Думаю, не горит. Не, чем постоянно горит. Они все сейчас пытаются Ридика поймать. Чем сильно не любят, когда его КД портят. Ой, Женя, бывает. Он воспользовался тем, что чемпа фармили. Оставить бомбу, пока есть труп. Тон ту чел, это видно. Они это увидели. Сейчас Тиану убью, скорее всего. Или Тиану. Есть инфа по нему. Тиану убьешь сейчас одного. Второго Тиану убьет. Там столб жестко его сейвит, но экспортер убивает. Легендарный столб. Это мой. Решается. Нам убивает чампа. На трубах там медик. Порт умница, раз. Ридик контрит труп, смог кидает хэшку, сейчас похоже отфармит труп. Нет, не отфармил его, Женя убивает, кстати, надо Жене кил найти срочно, Жене надо срочно кил найти. Там пушит медик с инжом, все убивает. Один в один. Женя в соло против смокера. Женя возьмет. Блять, не попал. Пиздец, смокер. Ебать, смокер, бот, блять, это пиздец. Ебать, смокер, бот, бля, я в ахуе, нахуй. Без них ничего. Со стороны, знаешь, как это выглядело? Смокер, да. Смокер стреляет, понял? Оно эффекты типа лево-право, будто пули пролетают рядом, типа лево-право, лево-право. Блять, он вообще не попал ни пули нахуй. Там Стар 8 два раза выше головы ему попал от бедра. Бля, ну НТ смокер. Уже не очень важный парень, да. Да. 2-0-3-2. А, ну чампа прочитают. Чамп дефолт свой, в принципе, знает. Не читают чампа. Чамп будет фармить. Защиту, в принципе, забрали. Все, чамп отфармит сейчас. Раз. Минус два. Я думаю... Там, по-моему, спинка-то идет, нет? Или мне послышалось? Да. С центра, с центра. Ну, с центра, с центра. У меня просто звуки на 60 поставлены. Хороший, найс. Еле слышу что-то. Хороший килл. Ну, Риди копейкает Родион с пистолета, говорит, набекай ему с пистолета, блядь. Класс. Ну пока честно пати очень уверенно играет. Родион там сейчас въебывается, вау, смотрите, как я Ридику тапнул, блядь. Не слышно? Да. Заход на единицу сейчас. Инжата заходит. Кидает смокер сейчас смок на пробег. А нет, не смог. Ты конечно дефолт. Нет, чампик сейчас. Разобранный дает какой-то на риску, наверное, да. Чампик свой бак лег, любимый. А, на гараж он был смог. Вчера Рейджи хорошая позиция, Рейджи будет фармить. Тяну. Нормально. Ну смокер, в принципе, на этой карте. Требуется просто поставить бомбу. Я думаю, это 4-3. Хотя, 4. Берите их нормально. 3-3. Время идет. Пушит сейчас чамп. Ой, Рейджи. Еще бывает Максим Авика. На свай на трубах сидит соло. Может взять. Пистолет опекает Авика. Женя убьет его. Да.
Вообще так и не получается. Попал. Почему-то у инжатов прям какая-то проблема в атаке. Я думаю, сейчас Опять двойку Ер. подают через центр. Не знаю, типа вот у них вроде Ер же нормально играл первую карту, сейчас у них Ер же выпал. Не, опять единицы идут, смотри, они третий раз единицы идут, нам не получается, они идут. Ну потому что, мне кажется, они не верят, что они перестреляют и пытаются от энтри играть. Ну что, кого-то реально не хватает, им думаешь? Ну, по стрельбе, думаю, он дал бы плюс. Какая защита у участников Азии, просто просто Дэкоплин тоже. На этом турнире сейчас нет ни одного состава со снайпером, объективно. Даже по шоку инженера вперед. Женя штурма. Все как-то подстраиваются к этой новой мете без снайпера, но... Пацаны зачем-то решают на важную игру взять Ридика вместо Койота. Я, конечно, понимаю, что Ридик там, блядь, бог АВП, там, т.д. Ридик в ну, основе, общее типа. мнение такое сложилось. Ридик в основе, чего? Ну, я понимаю то, что он в основе, но с Еще Койотом бомба команда стоит, сильнее. мне кажется, это 5-3, но они должны взять. А ну, блядь, зачем Ридик это пикает? Окно это. С Койотом команда сильнее, объективно, я думаю. Хороший свай, найс. Океану, молодец. Свай, давай. Ну, пока вот эта фабрика держится просто на одном Киану Ривсе и Джастин Свай, которые, ну, свои позиции просто закрывают нормально. Свай упор убил вот сейчас грамотно, и этот разменял тоже дистанцию. Да. Ну, Ридик тоже старается на стил какой-то показывать, но даже Женя ну, его нет, закрывает он... сейчас, мне кажется. Женя лучше играет сейчас. Да, он выпекает. Женя важные фраги дает, клатч выигрывает. Хорош, свай Киану раз. Тут 5-4. А нет, стоит. Максим убивает смокера. Блять, 5-4, в спину да. Зашел Киану. За труп обошел просто. 5-4. Киану сейчас 3 кила на раунде, очень хорошие килы, нормальные. Угу. Типа да, он люркует, но он зато на стрел дает. Если бы он да на... он даже не то, что люркует, он с команды шел, просто по трубам вошел, сейчас граунд сыграл. По-моему, наоборот, Киану заходит больше, чем дайма. Вообще так у них, по сути, смокер первый постоянно играет. Ну, ему просто бомбу надо поставить. Смокеру, смокеру защита, тяжело. Они... Втроем в обходе, втроем в обходе, один на страй, один в гараже. Пять раундов один, да, не сыграли? Да, они опять один идут. Че, рейджи, если не пикнут, он может... Смокер уже пункту ставит бомбу. ГГ. 6-4. Не знаю, не знаю, посмотрим сейчас, как будет ретейкать. Убивает Ридик снайпера, раз. Смотри. Раз. Экспортер живой еще. На свай, вот на свай собрался, все показывает. Долго. Киану. Ну вот, они 6-4 себе, 5-5. Сейчас очень на свай жестко сыграл. Киану тоже. Ридик, 3 кило дал в этом раунде вроде. Да, 3 кило. Ну, типа, когда они 5-3 играли, там на свай жестко вышел, убил типа и хорошо резнул грамотно и убил сразу. Разменял. Сейчас один опять. Ну да, все один играют, никто не играет, вообще два. А на двойке, кстати, они укрепляют инжаты. Втроем на двойке сейчас стоят. И Ридик вместе со своим играет. У них дефолт, да, у них дефолт 3-2 и 2, двойка 2 числа босса. Типа каждый раунд они так играют. Уже проходит. Обход не нужен где-то. Да, там. Поставить. Ой, убил нас два, Женя, двоих убил. 6-5. Хорош, Женя. Женя молодец. Рейджа АВП взял. Рейджа АВП? Да. Зачем? Ну он киллдал уже один. Два килла. Рейджа вроде нормально Алик играет. Он да часто я понимаю, что он нормально. Просто интересно, зачем свапать. Ну в атаку, типа чтоб пикаться, а Женя защиты открывал. Интересно. А двойка? С обход.
Это уже чем-то немного на Джессикс похоже. Там все Свапы резалось. классы под ситуацию. Спина есть, чемпик слышит, чемпик ее убьет сразу. Остается бомба. Тим 5. Чемп раз. Подвай на свай сейчас под навесом. Свай, красава. Важно, сыграл. Хорошо сыграл. На счет кинул. Она выходит, стоит. Ой, не убивает. Алика. Как он... Осторожно, граната! Рейджи убивает. Соло остается Максим. Сейчас будет дефать бомбу, там Риддик его смотрит. Не, вряд ли. Сейчас... Теперь этому Джизус ладно было, когда убил на своей этого, надо было шите разменять и попытаться еще на своей спину убить. Он выкатился и не попал в этого в шите. В опоре. Типа, мне кажется, ну, он мог раунд перевернуть, убить шите и убить меня на спину. На своей такой сейчас говорит, Руди, пошел бы ты нахуй, блядь, делал хп. Свай говорит, ну и Натро поиграл, пора не выйти правда. Не, ну просто дерзкий в ТС зашел, начал кордить на слайм, но он сразу вспомнил, как он Маджаток играл в свое время. Там дерзкий в ТС. Ну, он кордил, типа, ему Джизус очень хорошо сейчас сыграл. А сейчас очень глупо сыграл. На с вами назад подловил. Экспортер выиграл раунд. Не, вот Джизус, он под флешку только сломал инженера, типа, ну грамотно очень. И видит то, что у него в упоре стоит ну, какой-то чел, и начинает. Я думаю, что он думал то, что ему прикроют, там, не знаю. Ну как, там смог, типа, он видит, что смогул чувак, и он просто так резко, типа, пять. Ну, ошибка. Поскольку. Опять. Я говорю, ему плохо за медика, типа. Человек всю жизнь за инженера играл, а усадит в состав за медика. Один, это медленный раунд. Риддик в котке стоит, кинулся смог под упор. Не, хотим лучше получается играть, чем 2 у Часопати. Трубы сейчас пикают. Ну, это потная карта будет. Мне кажется, 12-10 джата выиграют, и третья карта будет тоже потная. О, видел на бусту Риддик, сейчас Риддик убьет буст, скорее всего. Трубы. Чем играет центр, но он очень пассивно играет. Типа, он вообще абсолютно никак не... Ничего не пикает, просто сидит. Там чемп убивает кого-то. Зачем Стэнджа? Ладно. Просто Стэнджа центр запушил. Раз, тут Киану. Киану. Бомбу выбил. Его уже Женя сзади обходит. Идет. Женя идет в спин, Женя ловит одного. Ой, чемп разменивает. Чемп убивает Киану. Киану протопил что-то жестко. 17 человек, кстати, на стриме. Это давай, даже Риддик больше, еще, чем Риддик вчера. Риддик может дать килл, и тогда они выиграют. Ой, Джизус. Вынесся. Я Джизус красавчик сейчас. Да. Он кинул смог, понял, и под смоком сел, типа. Ну именно так, чтобы его не убить, и при этом он мог упор убить, типа. Не знаю, специально так сделал, либо он просто рандом. Ну такой грамотный был. Соло чамп буст, и все по двойку идут обход. Чамп будет там позднее занимать их буст, наверное, и спину пробовать играть. У меня Риддик в обходке стоит. Немо так, кстати, сыграл с ним единицу, он в пунту сейчас сидит. Это обход, Рейджи будет распикивать обход. Сейчас на двойке всего два человека, один на нуле и смокер в гараже. Кидается смок. Смокер, кстати, может сейчас смок вылететь и сыграть. Но его прокидывают, по нему инфа, в принципе, есть сейчас уже. Там Киану убивает Максима. Уже зашли. Киану двоих убивает. Киану, ну все, развалились. Да. Соло я не понимаю, почему. Я иначе не понимаю одного. У этих участников пальцев, когда они ходили один, они всего один раунд проиграли. Типа они все раунды на один выиграли, кроме одного. А на двойке у них через раз получается. Я не понимаю, зачем они играют два, когда у них один, типа, ну. 100% точки винрейт на пункту. Не знаю, вот у инжотов наоборот один не получается, они все время ходят. Ну, этих. Женя скин найдет. Там двое на бусту сидят, не снайпер. Киану опять трупу заходит. В упоре на чамп. Редиктор на буст оттянулся. Блядь, зачем чамп раз? Еще будет контрить труп.
Нет, Женя просто побоялся опустил вдруг. спизнуть, и мне кажется, это ошибка Жени. Экспортер там бывает снизу. Да, порт надо было. Ага. Зачем извините, экспортер уже... умер за инженера? Да, это очень плохо. Нет брони ни у кого теперь. И бомбу не раздаешь, если поставят. Так быстро. Я думаю, это стягивают, нет? Нет контроля по стягу, типа могут просто стяг сделать. Но пока не нет. Стяг, они просто стоят зачем-то. Трупы контрят. Какие там трупы? Пропал, наверное, труп уже, да? Там все уже нет трупов. Нет, нет, есть еще ой, труп. Ой-ой-ой, Ридик, что дал? Я пропустил это. Смотри, что было, чампа. Ну это 8-8 выглядит. Да. Ридик. 5 соло Родиона остается на бусту. Ридик раунд запустил очень хорошо, дал жесткий минус по рейдж, жесткий минус по шоте, типа именно такие, ну, непростые килы. А экспортер нет, же, экспортер зря запушил, все развалились после а нет, этого. Бомба, стой, бомба на трубах. Да. Все, это ГГ. А как это инженера выбить? Нет. Да нереально выбить. 9-8, 9-7. Пиздец. А кто инженер? А смокер? Смокер. Да, 2 секунды. Блин, он выиграл! Ебать, там одна пуля оставалась. Это это жесть. Я в ахуе. Так не, понял? Он умер именно так, что там рейнджи лёг в пиксель чампа. Киану, 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 сейчас 0-1 секунда, блядь. Он мог убить просто Родиона сейчас. Потом посмотри на стриме, это пиздец. Они играли 5 в 2 и следили читать просто дом спам. Блять, как я не умер от донатки, чё за хуйня. Там Ридик всё сделал в том раунде, чтобы выиграть. Просто зачем, как бомба там ещё умерла? Вроде пишет, что даже пьяный больше настрял, да? Ну это тип, мне кажется, после такого раунда, и это как бы... Не думаю, хотя... Чёрт его знает. Я уже ничего не удивлюсь в этой игре. Проигрывать. Okay. Максим не зря, кстати, авика взял. Ну, да. Да нет, ну там раунд просто, понимаешь, он умер под такой пиксель, что там как чем ложишься, одна голова видна, и ты можешь бомбу просто простреливать. И все. ГГ. Это ГГ. Ну, смокер раунд с клатчем, когда он Женю не убил. Вот этот раунд, он типа два раунда прям такие железобетонные залил просто сам. Поздравляю Hell of Heavenly с вылетом из лузер сетки. Да, чел, ладно. Это шутка. Женя в спину уже идет, на похуй. Все, ГГ. ГГ. Могу праздновать, это 1-7. Вряд ли Немо что сможет сделать, тут все, пизда. ГГ. Просто это зеркальная игра того, что вчера было, только в обратную сторону. Там также, типа, первая карта 11-7 вроде, вторая карта 11-4, и здесь первая карта 11, что-то тоже 6 или 7. Точнее, нет, 11-4 первая и 11-6 вторая. Просто, не 11-7, просто в обратную сторону. Все в шоке, кстати, из-за того, что таланты выиграли. Неужели так Койота бустит инжат? Ну хотя Ридик сыграл хорошо, типа, но он никак не, ну, не хуже Койота сыграл. Просто я не понимаю, как они смокер против нас... Смокер плохо сыграл. Ну да, против нас Смокер нормально сыграл, но они очень, типа, против нас так командно играли, очень хорошо разменивались, типа, там, втроем пушили одну позицию. А здесь прям у них вообще, типа, какие-то проблемы. Тот же смокер, который клатчит, типа, но в спину не может попасть, такие моменты. Фавориты проигрывают, получается. Ну, так один фаворит не проигрывает, потому что там Руденти сидит. Да. Тарик просто кстати, сидит. Кстати, еще, блядь, Галхвей за компанию отлетят в лузерку, так, блядь. Да, там, блядь, ну, и выиграет какой-нибудь, я не знаю, там, состав. Этого, и Редлика. Да, он выиграет и напишет, ребят, но я выиграл, типа, и ухожу. Ребят, сокол, блядь, я сын кольца.
Ребят, вы играли турниры? Ничего не выиграли, я все выиграл. Инжаты мне не подошли, Родион пишет. Че, оффлайн стрим или что посидим? Не знаю, мне кажется. Алис пишет, что происходит? Не знаю, ты 0.14 пиру залил, пацан. Бля, ладно. А так тут, блядь, просто, ну, 2-0 таланта выиграли. Ну вот эта игра, это просто в одну сторону. Мне Максим тусовку кинул. Сейчас зайду к ним. Я не Он сейчас отключил. интервью возьмет. Опа, опа. Суетные движения. Так, я беру интервью сейчас у игроков. Состава чистой пати. Как я вам слышу. Ощущение от того, как вы выиграли топ-2 состав в ну, игре, как, по их мнению? Смотри, ну, как, вот, чисто за себя вкину, как я писал тебе в ВК, то, что нам похуй, типа, мы на яйцах полетим играть с ними, чисто на уверенности, и на уверенности забрали. Мы вообще не собирались даже сегодня играть, ёхты. Максим правильно сделал, что на фабрике АВП взял. Тебе это Миженя хоть сказал, нахуй, ну, я и так хотел взять, конечно, блядь. А мы с Максимом в тирагу играли, в побегу с тюрьмы до этого. У Родиона всего две ошибки было на мостах и одна на фабрике. В принципе, неплохо сыграл. Ну, конечно, ошибка, когда я говорю типам, что я ничего не слышу. Ты при этом жесткие раунды забирал, даже когда тебе короткую продали, ты на мостах выкатываешься, дейл убиваешь и короткую сразу разворачиваешься. На фасик зайдем, парни, на фасик залетите, там плюс 3. Я зашел. Не, ну что я хочу сказать? Я хочу сказать, как минимум, Heavenly, то, что надо Алиста на банку, потому что вы проиграли. Бля, это я на стриме, дурак. Да, да, мы знаем. А, инжаты мне не подходят. Напоминаю. Поэтому... Не, ебать, ну... А я заберу и VPI, понял? Штурмовик, который сидел, не понял? Тихо, тихо, передаю капитану Heavenly, Пургена кикнули, вот и проиграли, поэтому. Вот и все. Все слова. Так, блядь, это понятно. Это факт, это факт. Все, я уфу стрим. Всем спасибо да, за просмотр. Правильно. Всем спасибо.